Так, здравствуйте, товарищ. Так. Спасибо. Садитесь, пожалуйста. Чтобы нам отделить начало от разговоров, правда? Значит, Юлий Андреевна Борисевич нас продолжит информировать по интересным вопросам конфликтологии, умудренные своим студенческим опытом, но в то же время не оторванные от вас настолько, насколько оторван я. Вот, поэтому вы можете себя примерять, так сказать, глядя на нее, поскольку вы, в общем-то, в таком положении скоро-скоро будете находиться. Вот, пожалуйста. Ну, а я думаю, что она, когда закончит, мне будет что добавить и продемонстрировать, что что-то все-таки профессора, ну, чуть-чуть-то могут что-то еще сказать, кроме того, что скажут студенты, даже если пятого курса. И это, я думаю, не обидно для студентов пятого курса. Правда, было бы странно, если вообще дают эти всякие звания, они вообще ничего не могут даже добавить. Так, спасибо. Пожалуйста, Елена. Сегодня наша тема будет объективная, необходимый уровень заработной платы. Поскольку в основе всех 15 годовых конфликтов лежит вот основная тема заработная плата. Выплата или не выплата, потом увеличение уровня заработной платы, снижение и так далее. Мы в основном работники. Тогда они еще быстрее усваивают. В основном работники хотят, чтобы уровень заработной платы всегда повышался. Ну, естественно, это необходимо для их жизнедеятельности, для их нормального существования. Вот. Ну, и мы должны разобраться с вами, что вообще такое есть заработная плата, что она означает, от чего зависит. Ну, есть какие-то у вас мнения, предположения, что это? Да, они стипендию, да, они стипендию не знают. Кодекс читал. Нет, это не награда за труд. То есть у нас есть, так скажем, два определения. Вот мнение Михаила Васильевича, которого я и официальный трудовой кодекс, который... Михаил Васильевич и правильное. Как надо говорить? У отца было два сына, один умный, второй футболист. Так. Как вам поверить, что неверно прошло? Я это маханули по этому кодексу, Дума принимала, вот, потом Совет Федерации, президент подписывал, а вы раз и неверно. Надо как-то обосновывать. Народ ведь у нас сейчас критически настроен, так просто вам не поверят. Вам, конечно, больше поверят, чем мне, но все-таки, я думаю, они ожидают, что вы как-то это обоснуете. Или вы считаете, что это самоочевидно? Нет, кто не понял, тот вообще никто. Которых есть средства производства крупные, мелкие, и которые вообще не имеют никаких средств производства. И тем самым люди, которые, у которых хоть что-то есть, нанимают тех, у которых нет ничего. Тем самым... Ну, у каждого что-то есть. Вот так, каждый, у кого что-то есть, может прямо и нанять. Вот у меня что-то есть, но я никого не нанимаю. Так, а вот это не что-то, так и скажите, это средств производства, а если что-то, так у меня вот обтаручка есть, потом пиджак есть, галстук есть. Для того, чтобы нанять людей, которые не имеют никаких средств производства, должен быть капитал у этого человека. И тем самым люди, которые вот ничего не имеют, работники, так скажем, ну и работодатели. И, соответственно, заработная плата у работников. Ну и мы еще будем отмечать с вами заработную плату и доход. Доход получается, ну, это, в принципе, это по сути одно и то же, то есть те получают, эти получают.
но заработную плату мы получаем за труд, доход мы получаем от жизнедеятельности какого-то предприятия. Все-таки мы за труд получаем зарплату, а не за продажу рабочей силы. Как-то вы тут путаетесь в показаниях, как сказали бы товарищи юристы. Так за труд зарплата или за рабочую силу? За что платят ее? За продажу рабочей силы человек получает ее цену. Ну так тогда и говорите за рабочую силу, иначе как-то тут надо тут выбрать. Так, ну пожалуйста. Это всегда сбивает тех, кто выступает. Вообще люди должны приучаться, что всегда не дают людям нормально говорить, особенно молодым. Их молодежь обычно душат все эти люди старшего поколения, дают им себя проявить. А потом, когда они научатся себя проявлять, они сами уже станут старшим поколением, и уже поздно. Да, беда. Ну, продолжайте. Но ее не собьешь, мы знаем, что ее так сказать. Она послушает, продолжит. Да, продолжаю. Тем самым у работника есть способность к труду. И эту способность к труду он, соответственно, и продает. И то, что, например, говорят, вот что написано там в кодексе вознаграждения за труд, неправильно, потому что, по сути, почему я получаю вознаграждение, если вот я имею эту способность, и я продаю свой товар работодателю. Получается, заработная плата будет цена моей рабочей силы. Напишите определение. Заработная плата – это цена рабочей силы. А рабочая сила будет являться, ну, по Марксу, если говорить, рабочая сила – это способность к труду. Леонид Андреевич, а кто-то кого-то тут вознаграждает в итоге или нет? Кто-то кого-то вознаграждает по итогу? Вот закончился процесс. Так, значит, рабочие получили свою цену своей рабочей силы, работодатель получил прибыль, кто кого вознаградил? Работник-работодатель. Ну как это доказать? Сейчас тут никто же не верит. Вот на слово сейчас вообще никто не верит. Это даже и нечего и думать. Ну вот, если разбираться, то капитал у нас из чего состоит? Из средств производства и как раз вот рабочей силы, способности к труду. Соответственно, не было бы рабочей силы, ничего бы и не было. Не было бы возможности реализовывать эти средства производства. И, соответственно, работник, при помощи работника у работодателя появляется доход. Соответственно, я считаю, что все-таки... А как этот доход называется, который появляется у работодателя? Вот там люди уже там просвещенные говорят прибыль. Почему не то? Вообще то. Прибавочная стоимость в денежной форме, прибыль. Все то. Так кто кого вознаградил в итоге? И в какой сумме? Ну в какой сумме? Кого он вознаградил, работник? В какой сумме? Потому что прибыль кто создал? Ну вот он и вознаградил, поэтому вознаграждение за есть. За что? За то, что тебя наняли, ты вот награждаешь. Да, и поскольку рабочая сила способна к труду, это также еще и совокупность духовных и физических благ. Соответственно, чтобы работнику нормально существовать... Не благ. Рабочая сила – это способность к труду, это совокупность. Потенции, которые работник пускает каждый раз в ход при производстве материальных благ. А материальное благо – это отдельно. И, соответственно, чтобы нормально существовать, нормально воспроизводиться, работнику нужен не только нормальный уровень заработной платы, но еще и различные реализации духовных ценностей, духовных потребностей. А что значит нормально? Вот человек пришел в богатый ресторан и говорит, ну вот это нормально. Это имеется. А что значит нормально? Кодексом? Да. Нормально. Нормально. Каким кодексом определяется нормальный уровень? А там ничего нет про нормальный уровень, даже ни слова. А вы видели в кодексе слово нормальный? Я не видел. А вы видели? Ну так минимальный – это чтобы я не умер. А вот минимальная зарплата обеспечивает, чтобы я не умер, или не обеспечивает? Нет. Минимальная зарплата. Обеспечивает так, чтобы вы дожили,
как не факт, проверь. Вот, то есть я проживу, но не факт, он понял. А хоть до этого, до перерыва я доживу. Что вы хотите сделать? Значит, еще раз. Минимальная зарплата какая сейчас в России? Это с чем-то. У вас лекция о зарплате? Такую страну знаете? Россию? Вы в России живете? Какая минимальная зарплата? 3700. Или вы так, ну, как лектор, так высоко? А? О понятиях. Ну, о понятиях. Так понятия. Вот какая сейчас минимальная зарплата в России? Память вы свою обогатили фактами? Вот люди хотят тоже узнать. Они ведь никто не работает, они все стипендию получают. Ну, хотят сравнить. Может, у них стипендия больше зарплаты? А стипендия-то знаете какая? 1370. Сколько? 1405. 1405? Вот я спрашивал, вы сколько можете прожить на такую стипендию дней? Неделю. Неделю. То есть мы до следующей недели еще увидимся с ними. Это как-то вдохновляет. А так что, не знаете, какая зарплата? А прожиточный минимум? Вот, товарищи, они вооружены все в современной техникой. Скажите, пожалуйста. 8326 МРОТ. Это что, МРОТ? Нет, вы не по Питеру, по России давайте. По Питеру. Питер – это столичный город. Отсюда президенты выходят. 5205. А? 5205 рублей. Вот, товарищ. Вы их спросите, они скажут вам. 5205. Так, это минимальный размер оплаты труда. А прожиточный минимум? Прожиточный минимум. Посмотрите, пожалуйста, сообщите нашему лектору. А в Москве есть в Мурманске, кстати. Не надо. 9000 МРОТ. 9000 МРОТ. Больше, чем... Это не МРОТ. Там разве МРОТ написано? Что вы говорите? Я спрашиваю, прожиточный минимум. Прожиточный минимум. А? Прожиточный минимум, понимаете, что такое? Если меньше получать, то умрете. Или я неправильно понимаю? Ну, минимум, сколько нужно получать, чтобы не умереть. Так или не так? Да. Сколько нужно получать? Прожиточный минимум. Утверждает правительство? 8192. Вот, 8192. А вот эти вот ведут себя неприлично, студенты получают всего 1405 рублей. Нет, пенсионеров 6700. Значит, прожиточный, значит, что получается? МРОТ, который вы назвали нормальной зарплатой. Что можно назвать нормальной зарплатой, если он меньше прожиточного минимума? Это нормально? Как у вас вот как-то вы, как вы можете сказать про такую зарплату, на которой нельзя прожить, а умрешь? И умирает, или не умирает у нас население? Вымирает население России или нет? Пока. Что значит пока? Так оно у нас вымирает с 90-го года или нет? У нас сокращается население или остается на прежнем уровне? Ну да как же оно живет? Не живет, а вымирает. Вы нам не раскрашиваете действительность, не приукрашиваете. Вон, а студенты могут сказать, хочешь похудеть, спроси меня, как. Вот. Это все. Как это обычно рекламу дают. А то придумывают, понимаешь, как похудеть? Ну, проблема. Спросите любого студента. Кушайте в неделю в месяц на 1405, и вам гарантировано похудение. Так, ну это вот минимальное. А вы хотели сказать о нормальной. Ну, так о чем будем говорить, о нормальной или минимальной? Минимально известная, а нормальная высчитывается. Высчитываете? Что вам может? Или как вы собираетесь? Как вы планируете? Не знаю, как вы собираетесь, так и... Ну так вот, ничего. Ну вы же пообещали нормальную, так и рассказывайте. Мы просто уточнили, чтобы не путать нормальную с минимальной и с минимальным прожиточным минимумом. Ой, да. И поскольку мы определили, что заработная плата – это не вознаграждение, а это цена рабочей силы за способность, а в кодексе написано, заработная плата, оплата труда работника – это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, от количества, качества выполнения работы, также различные выплаты и доплаты. Но если вознаграждение вообще, по-моему, можно не требовать никакой зарплаты, если я вас награждаю, если вы будете по поводу награды что-то говорить, это неприлично, правда?
Я вам награду дал. А вы говорите, маленькая мне награда, хочу героя труда. По поводу награды можно спорить? Вот вы меня чем-то наградили. То есть сама формулировка исключает этот. Вот это уже пошло разрешение конфликта. Чего вы мне капли говорите, вот вы мне маленькую дали награду. Я говорю, вы читали кодекс? Читали. Там написано вознаграждение. Вознаграждение. Я вас наградил. А вы пришли и говорите, награда мне маловато. Мне нужен не орден, не медаль, а орден. А другие согласны на медаль, а я не согласен. То есть как-то вот сама эта постановка вопроса о вознаграждении, она уже, видите, элемент, исключающий, так сказать, в данном случае, требования нормальной зарплаты. А если это не вознаграждение, то вы считаете, так вот, так какая нормальная зарплата, определение будет у нас? Какую зарплату надо считать нормальной? Давайте посчитаем. Нет, прежде чем ее посчитать, надо сначала определить. Что мы будем считать? Нормальная. Что? Вот какую считать нормальной вообще? Какой-то вот критерий есть нормальности зарплаты? Вот который вам нравится нормальная, который мне не нормальная. Так? Или как? Какой критерий? Или вот ему нравится нам это нормальное? Какой-то должен быть объективный критерий? Вы же требуете, если говорите, объективный уровень зарплаты, правильно? А какой нормальный? Возьмем критерии, которые вообще входят в этот перечень объективно нормальный, объективно необходимый уровень заработной платы, то туда должны вообще учитывать все затраты, которые необходимы на производство работника. Также за время, мы будем брать за месяц, но за время его трудовой деятельности. Также не только материальные туда будут входить блага, но и духовные. Блага или затраты будут входить? Блага. Работник же будет. Ну, сначала вы же зарплату будете в деньгах давать. Это же денежное выражение стоимости рабочей силы. Значит, это все-таки зарплата состоит из букв, из денежных знаков. Не из благ. А вы это не пускай выходят и меняют эти деньги на хотят на духовные, хотят на материальные. Все-таки это деньги. Но это вот то количество денежных средств, которое является достаточным для чего? Для воспроизводства. К чего? Работника. А что значит воспроизводство работника? Не могли бы вы просветить вот народ? Для нормальной его жизнедеятельности, для создания всех нормальных условий, для того, чтобы там работник отдыхал, работник настраивался на работу. А что, у работника детей нет, что ли, этого? Как-то у вас и все работник, 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 а если дочка у него? Так она ей отдыхать не надо. А сын? Вообще, для нормального воспроизводства работников, они вот что, одно поколение у вас произвело? Это вот такой работодатель вы. Вас поставь, вы вот этот работник, все хорошо, а все, следующее поколение уже не будет. Так под воспроизводством работника предполагается воспроизводство и всей его семьи или нет? Предполагается. А сколько должно быть в семье человек для нормального воспроизводства населения России? Мама. И? Папа, мама, это понятно еще. Пока они еще не папа. Два это много. А вот при двух детях обеспечивается нормальное воспроизводство населения России? Нет. А что же вы тут? У нас вообще это апологет умирания России, что ли, тут? Так, товарищи, мы не можем допустить этого у нас в стенах нашего университета. Сколько нужно иметь детей, чтобы в семье? Чтобы простое было воспроизводство населения России, не увеличено. Сколько? 3 и более. 3 не надо. 2,4. 2,4. Посчитали. Это для того, чтобы было простое. Но поскольку 0,4 не рождается, то вот товарищ оказался прав. Вот смотрите. Вот. Так просто не обманешь, не обведешь. Итого. Значит, нормальная зарплата – это такая, который обеспечивает нормальное воспроизводство работника и членов его семьи. То есть работника же не так, что он сейчас есть работник, а завтра нет, чтобы постоянно они воспроизводились, работники. Нормально это тогда, когда не сокращается население, а расширяется, когда осуществляется расширенное воспроизводство, правильно? А раз так, значит, при расширенном воспроизводстве, значит, в семье должно быть итого 5 человек. Вот. Ну вот, тогда это критерии, а прежде чем считать, а то мы будем считать непонятно на. Вот надо тогда вот на эту всю пятерку считать, сколько нужно.
А работать сколько в семье у вас предполагается? Кто будет и сколько? Два человека. Два человека? А сколько у нас вот государство считает нормальным человека, пока малые дети, сколько можно не работать? 3 года. 3 года. Значит, если 3 детей, значит, сколько лет один из родителей не будет работать? 9. Значит, у вас не, значит, у вас не 2 работника? Нет, не один. Один работает 25 лет, а другой 16. Вот так надо считать. Вот тогда, когда вы пытаетесь, поэтому, когда вы рассчитаете всю сумму затрат на воспроизводство семьи, вам нужно будет поделить, потом учесть еще, какие вы доходы, какие вы налоги платите, да, 13%. Раз вы заплатите налоги, вам уже не хватит. Значит, вам надо с учетом того, чтобы это осталось после уплаты налогов, вот такая сумма для нормального воспроизводства работника членов его семьи. И дальше вам надо ее поделить не на 2, а на 20, на 1 плюс 25 16. Вернее, 16 25. Меньше, потому что чем один человек получается. Не на 2, а на величину меньшую, поэтому надо вот зарплату больше. А там где вы нашли, где на 2 делится? Вот у меня я ни на 2 не делил. Ну вот тогда мы так примерно как бы намечаем себе путь исчисления этой самой нормальной зарплаты. Хотя проблема не в том, что ее не могут исчислить, а в том, что они хотят. Где вы? А кто зачем ее? Вас вознаградили? Будьте здоровы, чего еще надо? Вам стипендию дали. И что, бесплатно хотите? Зачем государству жить? Государство бедное у нас. А вы хотите, идите заработайте. А для того, чтобы вы не могли зарабатывать и учиться, вечернее отделение прикрыли. Не заметили? А заочных мало стало. Вечернее-то нет уже отделений. А магистры теперь для того, чтобы учиться в аспирантуре, вечером занимаются. Потому что днем они зарабатывают на то, чтобы учиться. А поскольку они и вечером некоторые зарабатывают, то их и приходит мало. Вот я в 19 часов буду читать лекцию для магистрантов второго курса. По курсу политические составляющие социально-трудовых конфликтов. Я и вижу, что они вот только зарабатывают, а учиться же и некогда. Сидят, могли бы работать. А нормально-то надо иметь вообще людей, освобожденных от производительного труда, чтобы они вот подготовились как следует и стали квалифицированными специалистами. Нам нужны специалисты квалифицированные? Нужны? Поэтому специалитет мы убираем, оставляем бакалавра. Логично? Так, ну хорошо. Я прошу прощения, что я вас тут немножко перебиваю. Но мы не можем же народ тут обманывать. Его тем более все равно не обманешь. Они все равно все раскроют. Так. Ну, дальше будем? Будем. Как? Нет, как у вас по плану, вы хотите? Мы разобрались принципиально, как принципиально считать, так сказать. Это вообще нормальный спор у конфликтологов, да? Как-то люди там спорят, конфликтуют, выясняют истину. Вот мы выяснили, что мы ориентироваться на минимальную зарплату не будем, нам рост. На прожиточный минимум тоже не будем, дескать, вот я на вас смотрю, главное, чтобы вы не умерли. Вы не умираете же? Ну и все, что вы вот заявляете, что 1405? Я вот уже 3-ю неделю к вам прихожу, а вы все живете. Значит, нечего жаловаться. А сейчас я уже так скажу. Нечего жаловаться. Зарплату еще раз в месяц платят. Если вы еще каждый день, то уже можно. Не, ну я просужу по факту. Если по факту вы не умерли с 1 сентября, значит, нечего и требовать. Значит, у вас какие-то другие есть источники доходов. Я не знаю, как. Может, у вас родители вас кормят. Так. Это оригинально, потому что, скажем, вот когда я учился, как-то вот понималось по смыслу стипендия. Достаточно, чтобы студент мог прожить без семьи на эту стипендию. У нас вот стипендия была 35, потом 45. А тот, кто учился там, вот с одной четверкой я учился, у меня была Чебышевская, 60 рублей. А кто на пятерке, у него было 100 рублей. А у директора Кировского завода 120 рублей зарплата. Поэтому студент, который она отлично занимался, поэтому мне сын говорит, вам хорошо жилось в ваше время.
И я ничего никогда не платил. Учился 19 лет подряд. 11 лет в школе, 5 лет в аспирантуре. Аспирантская была 80 рублей. 10 лет стипендия. А? 10 лет в школе. Что? 10 лет в школе. Это вы 10 лет, а я 11. Я учился по средней политехнической. В ней мы в 9, 10, 11 классе мы работали на заводе 2 дня. И я имею специальность токарь. Первый разряд. Если бы я был спортсмен первый разряд, вы бы меня уважали. А первый разряд токарь даже в ПТУ дают третий, когда выпускают. А у меня первый. Дома есть документ. Могу принести. Потом 5 лет в аспирантуре. А после этого я приступил к работе, будучи кандидатом наук в университете. Первый раз получил трудовую книжку, когда я уже закончил. Когда 19 лет прошло. 11 в школе, 5 в ВУЗе и 3 в аспирантуре. Нет, даже 11 класса. А? 11 класса не было раньше. У вас не было, а у нас был. А в профессиональной школе? Что? Я его закончил в 63-м году. Это было давно. Вас еще не было, я думаю. Или были? По-моему, не было. Поэтому я и помню, а вы это время плохо помните. По маленькой такой причине, за отсутствием. Так, ну и как известно, это вот, как говорится, возраст недостоинства большой. Так, это мы вам дали возможность подготовиться, пока вы поговорили. Я думаю, вам интересно будет, если мы посчитаем вообще, сколько вообще нужно для... Для того, чтобы жить. Это же вторая реакция, нет? Да, все с ним расскажу вообще. Рассказывайте. Ну, ладно. Мы начнем с того, что вот у нас семья 5 человек, да? Мы взяли 5 человек. Соответственно, для того, чтобы этой семье существовать, ей нужно где-то жить. Правильно? Логично. Да, и ну, как минимум, для того, чтобы нормально себя чувствовать, чтобы не мешать, нужна трехкомнатная квартира. Для... Сколько? 3 комнаты. 3 комнаты? Немного. Нет, немного, потому что вообще считается, что если... дети разнополые, то вообще-то надо 4, если вот, 3 детей, да? Но вы уже предполагаете возможные дискуссии с работодателем, поэтому идете на поводу работодателя и говорите 3 комнаты. Куда вам 3 комнаты? А? Я тоже говорю, перебьетесь. И зарплату нечего повышать, и жить не надо 3 комнаты. Пусть на кухне спят на полу. Мы, например, часто спали на полу раньше. У меня, мы вчетвером жили в проходной, однокомнатной, в 50-е годы, ничего. А поскольку у нас работает один человек, то это... Как? Почему это один? Второй только 9 лет не работает, из 25 лет. 16 лет работает, а чего я его так это отмелю? Причем это возможно, человек это вы, второй. Поскольку, как правило, женщины больше возятся с детьми. И чаще эти самые берут. Хотя и это можно оформить и на мужчину, что он 3 года не работает. На отца. Поэтому все-таки не один. Почему это один? А потом сколько работает, это второй. Вы сейчас пока насчитайте, сколько нужно средств на воспроизводство вот этой всей оравы. А потом будем думать... Ну, если мы берем вот 25 лет... Туда вот, нам громче. Да. Трудовая вся деятельность, то работает 2 человека. И чтобы эти люди смогли на следующий день выйти на работу, то уже одной комнаты мы не сможем обойтись. Мы должны полноценно отдыхать. А поскольку у нас 3 детей маленьких, то, соответственно... И вся рут. Мы должны деньги подальше. Соответственно, берем... Ну, естественно, мы не сможем купить квартиру за наличные просто так, поэтому будем оформлять ее в кредит. Нищета не может купить квартиру 3-комнатную сходу. Вон люди со стипендией там наберут, будут откладывать по 5 рублей каждый месяц. А цены взяты на 1 июля 2014 года. Свежие совсем. Получается, мы берем кредит, квартиру
Ипотеку будете брать? Нет. Ипотеку? А ипотека разве не кредит? Это и есть кредит. Ну, и что? Ну, это разные ипотеки бывают, и есть ипотека. Значит, в кредит это вы не сразу же платите, значит, в кредит. Это нельзя противопоставлять. Ипотека и в кредит это одно и то же. Только в кредит может быть не только на жилье, а когда это в кредит жилье называется ипотека. И денежки потекли куда? К вам или от вас? От нас, конечно. От вас потекли к нам. Хорошо. Если, например, кредит, если есть возможность, кредит мы взяли, например, на 3 года, если у нас есть возможность, мы можем его выплатить в течение года, а ипотеку уже никак. Да вы хоть в сумме-то какие вы о чем говорите? У нас зарплата средняя какая в России? А какие там кредиты на 3 года? О чем вы говорите? Вы хоть представляете, сколько у нас в России средняя зарплата сейчас? Ну, из 30-25 вы можете за 3 года выплатить. А что вы делаете? А дети пусть помрут, что ли, все? Или родители помрут, а дети пусть живут. Как хотят потом уже. Вы предлагаете почку продать, чтобы расплатиться сразу? Продают, знаете, да? Ну вот тот расчет, которым вы пользуетесь, вы там расчет какой, что сказать, люди сказать, платят в течение этих 25 лет с процентами, и в итоге что получается? Одна квартира по цене 3. Так? Ипотека, что такое-то? Одна квартира по цене 3. Проценты за ипотеку, по ипотеке такие, каких нет ни в одной стране. В России сейчас такие, что это немыслимые проценты. Где такие проценты есть? Нигде. Говорят, мы будем жить как в цивилизованных странах. В каких таких цивилизованных странах есть такие проценты сумасшедшие? Нигде таких нет. Какой срок у него? А вот пока... А сколько там лет? 25. Ну, хорошо. Работаем и выплачиваем. Выплачиваем и живем. Вы двигаетесь вперед, время-то идет. Юлия, время идет. Динамично. Поехали, поехали. Так у вас цифра появится или так будет? Конечно. Возьмем, значит, 15%, что мы будем платить ежемесячно. Возьмем стоимость квартиры 4 500. Где, да? Это вы ошиблись. Точно. А что, 4 500, 4 500 000 трехкомнатная стоит? А такую стоит. А вы откуда взяли такую величину? Да какой-то дешевый вы нашли. Ну, итог-то будет у нас? Сколько тратит на квартиру? От вас уходит туда, а к тем, кто дает ипотеку, приходит. Ну, итоги. И что дальше? И в итоге сколько на месяц приходится? В итоге платить? Выходит, сколько в расчете? Какую долю в зарплате это получится составлять? Сколько? 54 000. Чтобы выйти на эту величину. Платим или должны платить? Если хотим нормальное воспроизводство. Но надо делать вот для нормального воспроизводства, надо платить, вот, чтобы иметь эту квартиру, 54 тысячи. А?
То есть в итоге расчета, что вывод сделайте, пожалуйста, что в итоге расчета, что, какую долю составляет это, какую величину составляет это в заработной плате, затраты на жилье. Вся зарплата состоит из каких-то затрат на жилье, на питание, на медицину, на образование там, и так далее. Вот итого, сколько в заработной плате вот, нормальной составляет затраты на жилье. Величина. Да это как бы сейчас не об этом говорим. Мы же считаем, какая должна быть нормальная зарплата. Намного. Вот какая должна быть величина в месяц тратится на жилье? В итоге. В месяц 50 тратим. А? В месяц 50 тратим на жилье. Сколько? На 54. Какие 54? 54 тысячи? Ну да как-то вы это выделите справа, наверное, что. У вас где-то вот месячные затраты, какие на жилье в итоге? У вас столько цифр? Вы их внизу хотите или где-то справа напишите, так чтобы было видно, что вот сколько затраты в месяц на жилье. В месяц на жилье, потом в месяц на медицину, в месяц там на мебель, в месяц на спортивный инвентарь и так далее. Да. 54 тысячи рублей. Сколько? 54 тысячи рублей в месяц. А зачем вам это знать? Не, откуда вы не возьмете, у вас их нет. А вы перебьете. А чтобы знать, какая нормальная. Вы выдумали, кстати. Нет. Как же придумали? Мы это вместе с вами решили, что для семьи в 5 человек нужна трехкомнатная квартира. Нужна? Вот мы и посчитали, сколько тогда надо платить вам в месяц, чтобы получить трехкомнатную квартиру. И жить в ней спокойно 25 лет. Вы будете в ней жить и будете платить ипотеку. 54. А если вы не, у вас нет 54, значит вы лох и неудачник. И все. Вы что, не видите, что вот строят и строят жилья, а у вас все нет и нет. Вот я всю жизнь работаю, и я никакого жилья не купил. У меня не низкий уровень заработной платы. Так и вообще я отношусь, так сказать, как бы к верхней части. Но я такую мыслью вот, купить жилье не задаюсь. Потому что это не про меня. Ну а вы, может быть, сейчас пойдете, будете за 2 доллара покупать, за 4 продавать. И на эти 2% и жить. Мало ли, как кто-то. Люди же покупают. Есть люди, которые имеют 5 квартир. Не так? Вы знаете, я даже знаю таких людей. 6 квартир. У нас сейчас широко развита спекуляция. Или можно заселить там, скажем, в вашу квартиру прописать 200 или 800 гастарбайтеров. И с каждого взять соответственную сумму по 1000 рублей за прописку. Разве так не делают? Резиновые квартиры. Слышали такие? То есть сейчас, мы сейчас с вами обсуждаем не вопрос о том, как урвать деньги, а о том, какая зарплата нормальная. Вот давайте абстрагируемся от остального. Получите вы, вот когда вы увидите, что вы такое не можете получить, и вот тогда мы будем думать на тему, а что нам делать? Конфликтовать будете, чтобы получить такую зарплату, или не будете? Или скажете, давайте миром жить, мы получаем такую зарплату, на которую жить невозможно, а вы получаете прибыль, на которую можно покупать острова и дворцы, давайте жить мирно, да? Конфликтологи – это те, которые против конфликтов, вот есть медиаторы. Дескать, вы хорошие, я за плохое. Давайте посредине медиатор стоит и говорит, и вы тут не трепыхайтесь, и вы не трепыхайтесь, давайте так, давайте все уладим миром. Давайте вот это вот переместим, чтобы здесь вот оно не здесь стояло, а вот здесь стояло. То я посмотрю, и вы посмотрите. Посмотрите, там 31 тысяча будет. А что мне теперь смотреть? Я уже, ну, теперь я буду смотреть дома. Эту неделю я себе беру. Тут это вот среднее будет такое. А мне микрофончик ваш. А? А мне микрофончик ваш. Микрофончик нет, это не мой. Микрофончик не дам. Это ответственная собственность. Ну, мысль у вас правильная. Вы правильно поступили. Как конфликтолог, правильно. Да. Ну, продолжаем. Юля, мы вас сбиваем. Это на самом деле проблема трудная. Кто вы? Проблема трудная, если бы она не была трудной, не было бы таких у нас и, так сказать, методов. Давайте. Значит, мы остановились на квартире. Вот на квартиру, на жилье. 56 500 уже стало. Пока мы с вами разговаривали, цены уже выросли. Да. На 9 тысяч. И это нормально. Откуда у нас? Там все время растет. Вас это удивляет? Вот завтра. Раньше, помните, были такие цены ставили? Цены ставили, да? А вот сейчас на картонках ставят. А что, говорит, такие-то все рисовать, потому что все равно завтра надо переписывать. А вот вы ответите мне на вопрос, цены растут у нас или нет? Цены растут. А вы подумайте. Что?
что цены... Ну, если я спрашиваю, цены растут или нет? Вот послушайте все внимание, вот товарищ молодой, способный. Я спрашиваю, цены растут, а он что говорит? Растут. Вы видели, как растут? Вот, вот написано, допустим, 2,50, вот там 2, 2,5, 3, так и растут. На заправках постоянно такая штука. Написано 23, а потом 24 тут же. Смотришь, они 24. Так другая цифра уже. Цифра другая. Автоматически ставится другая цифра. А ее ставят или она сама ставится? Непонятно. Сама ставится? Цены сами растут или их повышают? Это загадка. Нет, это не загадка. Кто не знает решения этого вопроса? Цены повышают или они сами растут? Объясните товарищу. Повышают. Повышают, молодой человек. Повышают. Повышают. А для того, чтобы вы, ну, так сказать, не чувствовали, что их повышают, чтобы спрятать тех, кто их повышает постоянно, говорят, ну, цены выросли, мы не виноваты. Ну, если цены выросли, что вы ко мне, какие претензии? Цены растут, все время растут. На ЖКХ растут, растут. И все говорят, понимаете, стихийные бедствия, цены растут. И думаю, с кем вы будете конфликтовать? Что, со стихией? Конфликтуйте с краном, пожалуйста, с трубой, с туалетом. Это же все. Вот кто такие конфликтологи? Которые, так сказать, это у них зрение такое очень обостренное. Их так просто не проведешь, намеки. А вас еще можно провести. Вот вы уже поверили, что цены сами растут. Откуда у вас появляется цифра? Из головы. Что вам объясняет? Я могу тоже выяснить любые цифры нарисовать. Рисуйте любые. Вот вам задание. На следующем разу рассчитать стоимость рабочей силы. Неправда, если есть. Вы рассчитайте стоимость, как вы считаете нужным. Стоимость рабочей силы? Да. Хорошо? И мы тогда сравним. Вам, так сказать, вариант предлагает, а у вас лучший вариант. А разве если лучший вариант, это хуже? Еще лучше, если вы рассчитаете лучше, правда? Попробуйте рассчитать. Лучше обосновать. Это докеры делали. Которые во время докеры первого контейнерного терминала нашего ЗАВа, который перегружает 35% всех контейнерных перевозок России. У них был летом в этом году коллективный трудовой спор по поводу заключения коллективного договора. Они его проиграли, но в течение этого времени, когда 8 докеров были освобождены от производительного труда, они рассчитали вот стоимость рабочей силы в ценах 2014 года. А первый расчет был сделан в 2007 году. Второй был расчет в 2011 году. Но сейчас уже 2014, вот они сейчас, там все время меняются цифры, конечно. Хоть они сами не растут, но эта величина повышается. Поэтому если вы, так сказать, тоже какой-нибудь расчет сделаете, у нас такие варианты были. Одна девушка рассчитала, там ей в салон пойти, значит, это 30 тысяч. Салон красоты там туда, туда. Сколько нужно денег, чтобы прожить? Ну, не чтобы не прожить, а чтобы нормально было воспроизводство. Чтобы прожить, вам прожиточный минимум насчитал уже Дмитрий Анатольевич Медведев. 9 тысяч, на 9 тысяч, чтобы прожить. Вам объяснили, это постановление правительства России, чтобы прожить 9 тысяч и больше, чтобы не требовали ничего. Раз у вас, это очень хорошая у вас постановка, чтобы прожить. Вот. А вам стипендию, чтобы не умереть. А нормально прожить? А нормально прожить, чтобы нормальное воспроизводство было. Семьи из 5 человек. Вообще не надо. А вам бесплатно дают квартиру, да? Нет, квартиру. Вот, вот когда я жил, вот, скажем, нам квартиру, да, досталось бесплатно, в том смысле, что не надо денег. И медицина была бесплатная, и образование. Я вот учился 19 лет, ни копейки не заплатил ни за что. А мне все время платили. Так что вот если бы мы эту, у нас была такая ситуация, чтобы эти блага бесплатны, мы их из расчета. Правильно? А то, что платно, приходится в расчет. А сейчас детский сад платный. Военные учителя, медики, они получают квартиры бесплатно. Мы не о военных учителях. Мы сейчас говорим. Мы же, так сказать, военные только тогда имеют смысл, когда есть кого защищать. Поэтому сначала надо взять зарплату рабочих, посчитать, а потом уже считать, что с военными, поскольку у них особые условия, им приходится еще жизнью рисковать, им все набросить надо. Правильно? Выключите, пожалуйста. Это очень нормально. А? Нормально прожить, это что? Нормально это, которое позволяет развиваться людям, а не деградировать. Как вы считаете, нормальная? Вот нормальная жизнь какая? Это я могу так сказать, что вот если у вас есть одежда, и нормально. 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 Зачем для развития денег? Для развития? Сколько стоит наука логики Гегеля? Смотрели, нет? Можно прочитать бесплатно. Читайте бесплатно. Для этого купите за сколько стоит ваша штучка? Вот это в библиотеке вы взяли? Нет, Сколько стоит эта штучка? Эта штучка? Да. $1000.
Вот $1000 надо потратить, а потом можете бесплатно. Это получается у вас бесплатно в итоге? Вы считайте, как же бесплатно, когда вы... Можно вы за интернет платите, нет? Нет. Не платите? За новую логику только. А? За новую логику только. Нет, за интернет-то вы платите? Нет, не интернет. Ну, когда вы выходите в интернет, вы не платите? Нет, интернет, институт раздает. А вы тут сидите все время? Да. А вы домой не уходите? Не верю. Я тут вечером бываю, вас не вижу. Нас не обманешь. Ну, вот считайте, сколько. Потом вы считать должны не про себя. У всех рабочих у нас эти вот штучки. Ну, что такое нормальная жизнь? Я еще раз повторяю, нормальная. Нормальная – это которая обеспечивает не деградацию, не физическую, не духовную, а физическое и духовное развитие. Хотя бы минимальное развитие. А развитие, движение идет не от высшего к нижнему, а от низшего к высшему. Правильно? Понятие, когда мы говорим развитие? Понятие развития научное не разное, одно. Развитие – это движение простого к сложному, низшего к высшему. Потому что если это обратное движение – это деградация или реакция. Хорошо, я, если я читаю книги, да, они, конечно, не называют, но меня, не знаю, как взгляды. Вы про себя будете или про развитие вообще? Я просто говорю, нет. Это субъективный идеализм. Я вас поздравляю. А вот с точки зрения субъективного идеализма, сразу вам скажу, я один. Вас вообще нет. А вы у меня во сне. Вы представляете, я сплю и вижу группу любимую. И вот вы у меня там, и вы. Я еще не проснулся, и вы тоже со своим этим компьютером, который бесплатно за $1000 вам дан, и так далее. И все это у меня во сне. И вы меня не опровергнете, но сейчас начнете доказывать, что вы есть. Как же вы есть, когда это все мои ощущения. Это неопровержимо. Вот субъективный идеализм – неопровержимая концепция. И преуспел в этом деле епископ Беркли, который вот эту всю эту теорию разработал. Это такая экзотическая философия. Объективный идеализм, но тоже другой. Там есть абсолютная идея, она до нас доразвивалась, и вы выражение абсолютной идеи, как и я. Это уже другое. Тут есть познание и так далее. А вот субъективный идеализм, поэтому надо брать нормальное воспроизводство не меня, не вас, а нормальное воспроизводство человека, трудящегося в современной России. Какого-то надо, как делают сыновки, массовидный, типичный взять. У нас основная масса населения – это студенты или профессора? Студенты. Профессора, наверное, у нас основная масса, да? Ну, немножко студентов еще есть чуть-чуть. А основная масса – профессора. Или основная масса – конфликтологи третьего курса у нас населения. Вы учились для, так сказать, собираетесь, так сказать, наукой освещать себя или, так сказать, всю нашу Россию светом знания? Великую. Россию. Ну, это вы хотите Россию освещать, а думаете только о себе. Так, неправильно. Вот у вас же не МРОТ, у родителей у вас МРОТ, что ли, получает? У меня родители МРОТ не получали никогда. У меня отец был рабочим, а мать учительница, но они не МРОТ получали. Отец у меня 120 рублей получал в литейном цеху. Мать свою математику преподавала. Вот. А людей, которые получают МРОТ, не так много. Но и они и вымирают прежде всего. У нас где-то их 1,3 миллиона. Но миллиона получают. Я видел этих медсестер, которые получают этот МРОТ. Это страшное дело. Я, так сказать, себе зубы делал в Москве и заходил, там у нас переподготовка была, и заходил больницу Семашко, там, где мне это делали. И вот, так сказать, в буфетике приходила такая худенькая медсестра и всегда брала капусту и хлебец. И все. Больше ничего она не ела. Это вот она. Это нормальное воспроизводство? Я не знаю, она, наверное, уже и все. Она же может расти физически, духовно. Она и росла духовно. А вам, чтобы вырасти духовно, надо рассчитать стоимость рабочей силы. Она-то помогала делать сложные операции. Без медсестер же не сделаешь ничего. Потому что у нас там прекрасные врачи, но если вас не долечивают и не следят, то вы раз человек, и после серьезной операции умер. Потому что не обеспечен был уход. То есть это большая проблема. Конечно, задача нормального воспроизводства – это вот крупная задача. Мы как будем исходить при исчислении зарплаты из нормального воспроизводства населения, чтобы у нас не деградировало, чтобы у нас не получилось так, что вот мы с 90-х годов так вот сейчас вот доползли до такой точки, когда вот уже близко подошли к тому, чтобы рождаемость переходила, так сказать, превышала смертность, но пока смертность превышает рождаемость. И, так сказать, уже по разным данным, одни говорят так, другие так, но разница там в 1000 человек. А 1000 человек – это вообще погрешность расчетов для 140-миллионной России, правда? Поэтому непонятно. И вот
скажем, как только у нас рождаемость превысит, тогда выйдет Владимир Владимирович. Вот. Это же большой праздник. Пока он тут президент, вот никто не выходит. И председатель с этого места так помалкивает об этом. А и так просто в российской газете иногда промалкивают. Такие данные дают, так близко к этому подходим. Но не особенно празднично. Потому что устойчивой такой тенденции нет. А как она может быть, когда у нас МРОТ остается? Сейчас вот обещают до 6 тысяч повысить. Молодцы. А до 9 уже повысили вот этот прожиточный минимум. Это правительство установило. Этот прожиточный минимум ничего не означает. От него ничего не считают. Никому ничего не дают с ориентацией на прожиточный минимум. А вот МРОТ, это реально выплачивать минимальную зарплату. Ниже ее нельзя платить. Если я вас куда-то нанимаю, то меньше МРОТ не могу. Вот я вам дал 5200, будь здоров. Что вы еще хотите? Михаил Васильевич, если вы получаете меньше, чем прожиточный минимум, вы имеете право на социальную поддержку? Да, право имею. Вы имеете право. Вы имеете право есть на золотом блюде, если оно у него есть. А если у вас нет, мы вам дадим полизать. Вот неделю можете полизать, а потом принесите обратно. Но если даже мы вам не дадим, право у вас все равно есть. Вот если у меня есть право на жилье, а жилья нет, я буду в картонной коробке спать с бомжами. А у социальных органов есть обязанность. А у социальных органов есть обязанность. Нет такой обязанности, вы ошибаетесь. Обязанности нет вам помогать, а право у вас есть просить. Вот просите меня, сколько вам надо денег? Просите, пожалуйста. Ну, просите. Не дам все равно. Не путайте. В том-то и дело, что право – это право. А возможность – это совсем другое дело. Вот приходит, поскольку я как бы юрист, у меня профессор по кафедре экономики и права, я вам сейчас разъясню. Приходит к юристу клиент. Имею ли я право? Да, имейте, имейте. Да я, говорит, еще не успел сказать, имею ли я? Да имейте, имейте. Нет, ну дайте я вам скажу, имею ли я? Да имейте, имейте. А могу? Нет, не можете. То есть это надо очень строго различать. Право, да, право. Я сейчас вам прогласил. Какое вам право прогласить? Можете летать на самолетах. А что вы как приехали сюда? Сюда, из дома. Вон вертолеты же летают. Не так и дорого. 25 тысяч, 50. Ну, 150 тысяч так, за перелет из дома сюда. Вот сюда вот на эту площадочку и сели. Может, и нас когда подвезли. Жадные, что ли? Да нет, просите. А? Просите. Ну вот, я вот и вам заявку подаю. Это продайте, прокатите народ, наверное, хоть на вертолете гульнем, хоть раз через него. Набирайте. Это все это щелкают. А вот прокатить товарища на вертолете – это большая редкость. И это у нас будет практическое занятие по курсу конфликтологии. Все услышат, начнут сильно заниматься. Вы прославитесь. Может, прям будут деньги приносить будут, как прославленному человеку. Может, мы еще бизнес на этом большой делаем? Вы подумайте. Так, мы вас совсем, так сказать, отстранили почти, Елена Андреевна. Давайте рассказывайте теперь. Так, давайте всем внимание послушаем. Значит, Юлия Андреевна, воспользовавшись замешательством в рядах, продолжила расчет. То есть она разные статьи стала брать. Вот жилье, потом образование. Сколько примерно в месяц приходится на это тратить? По расчетам, которые сделали докеры. Это, так сказать, не ее самостоятельный расчет и не мой. Я хотя в этом участвовал в качестве научного руководителя. Это расчет, который сделали докеры на основании того, что они опрашивали своих товарищей докеров. У них у всех есть дети уже, они в отличие, скажем, от вас, у которых еще пока нет, и от меня, у которого есть уже внуки, они, так сказать, как раз представляют такой слой, работающие молодые люди достаточно, ну, так сказать, семейные. У которых много товарищей, знакомых, которые берут ипотеку, которые значит, содержат детей в школе или в детском саду, в яслях. Детский сад платный или бесплатный у нас? Платный. Платный. Попробуй еще получить детский сад. Некоторые еще до того, как жениться, уже очередь себе забивают в детском саду. А потом, когда им дают, говорят, зачем? Мне говорят, 16 лет, ваша очередь пришла в детский сад. Будете отказываться или будете брать очередь? Решайте. У меня дочка в 40 лет родила третьего, и она может снова пойти в детский сад. Пожалуйста, да. Некоторые, даже наслушавшись из того, что мы говорили о воспроизводстве, вот мне прислали в газету «Народную правду», Гусаревич такой из города Ливны, что говорит, есть, говорит, три вида паразитов, есть разные паразиты. У кого один ребенок, это паразит, потому что это воспроизводит, население не обеспечивает воспроизводство. Два ребенка – полупаразит. И только у кого три ребенка, тот не паразит. Ну, шутка, конечно, но в каждой шутке есть доля шутки. Так. Вопросы могу задавать или
Да, можно, конечно. Страхование. Страхование жизни и здоровья, что? Деньги давай. Если, ну, страховое общество для чего существует? Чтобы вы сдавали, туда деньги, чтобы мы могли получать прибыль. А если у вас что-нибудь случится, возможно, вы получите помощь. Страховку. Какую? Возможно. Какую написано в договоре. А возможно, вы будете ходить и не получите. Вы знаете такие случаи, да? Что бывает, когда человек в страховое общество записан, все, платил, а под разным предлогом его потом не выплачивают. Или страховое общество закрылось. Вот, скажем, сейчас вот вы слышали, в связи с, так сказать, туристическим этим самым бумом закрытия туристических фирм, страховые общества не выплачивают. Вот вы застраховали все, тра-та-та, с вас деньги брали. Вот случился такой случай, что вас выселили там в Турции из гостиницы. И денег никто не дает. Вы заплатили деньги, на всякий случай с собой взяли, приехали сюда, пошли в страховое общество, а его уже нет. Приходите туда, а там написано «ку-ку». Дальше коммунальные услуги у нас будут... Громче. 8 тысяч рублей коммунальные услуги. В месяц? Это что же они там делают? А три человека в свет, там, трехкомнатную квартиру сколько нужно платить? Все. За квартиру? 5 тысяч. Квартплата? Вы минимальную хотите или нормальную оплату? Нормальную, зачем? Я вот держу. Вот вам и насчитают сейчас. Сейчас у вас и это уберут, и то уберут, и без этого проживете, и без книг. Без книг-то точно проживете, у вас это есть. А без этого проживете у товарища, посмотрите, обойдете. Зарплата как себя считается? Да. Тариф что, на интернет у вас тариф? Сколько? На интернет? Да. 450 рублей стоит. Сколько? 450. Ну, это нормально, да. 450. Но у вас другие-то тоже члены семьи, да, тоже будут иметь, нет? Или вы один? Конечно, да. Ну, так это на семью считается? Ну, умножайте на 5. Не, зачем? Как, зачем? 450 на всех. Почему это на всех? Сколько? 450. На всех? Да. Ну, как на всех? Вот один интернет стоит, и все. А, ну, понятно, да. Через робота. А у вас на этом самом интернета нет на телефоне? Есть. Значит, это отдельная плата? Я не пользуюсь. А, не пользуетесь? Выкиньте телефон. Значит, что значит, чтобы я есть? То есть никогда не пользуетесь? В интернет не выходите, вот, кроме как дома? Только дома? Ну, это здесь. А по дороге вас не бывает. Вот здесь можно выйти. Я понимаю, да. Вот мы с вами уже договорились, вы посчитаете и нам сообщите сумму. Мы сообщим нашим работодателям, чтобы меньше вашей суммы не платили. Договорились? Поехали, поехали. Объясните товарищу, что у вас лекция, а не семинары, и двигайтесь дальше. Это же приемчики все, педагогические.
Вот, видите, им привели помоложе человека, да и хотят съесть прямо. Вот вы как прямо два волка тут сидите. Один, правда, добрый, другой. Обойдетесь без топора. Товарищ Шишкарев, который ходил на Северный полюс, такие стихи написал. Мобильный телефон, потому что 25 лет у тебя один, мобильный телефон. Значит, на заводе бывают конфликты на тему. То нет, то идет вода грязная, то холодная. Так вот, значит, по этому поводу Василий Иванович Шишкарев, который ходил на орденоносец на Северный полюс, ходил через Северный полюс в Канаду со Шпаро. Такая была экспедиция «Комсомольской правды». Он такие стихи написал по поводу требования, чтобы там была горячая вода, да еще и чистая. Нос протрете керосином, не милорд еще пока. И у вас такой хороший настрой, так я чувствую, что обойдетесь и без этого, и без того, и без того. Вообще без всего можно обойтись. Я знал одного товарища, я к нему в гости приходил, около БДТ жил артист. Прихожу, а у него дома, так мне понравилось, только матрас один есть. И в уголке свернутый стоит, и все просто так свободно. А у меня там все заставлено, книги там, всякая ерунда. А у него так хорошо. Ну и прекрасно живет себе. Ночью тускренно разложит этот, развернет матрасик и спит себе. И подушки у него нет. А, соответственно, экономия. Таких работников надо. И надо, чтобы работники не заключали с ними трудовые договора, потому что приходится тогда работодателям платить пенсионный фонд, фонд социального страхования, поэтому и не заключают трудовые договора. А вот если вы заболеете, вас тихонечко возьмут за руки, за ноги, когда вы без сознания, вынесут за ворота. И это последняя ваша встреча с этим заводом. И все. И ничего, никакой ответственности нет. Это идеальный случай. Вот таких надо людей. Вот если бы вы были крепостной, а я был бы у вас помещик, то вот представляете, я как бы волновался, если вы умрете. Вы умрете, потом он умрет, потом вы со своими 1405, это все под вопросом. Так а я буду тогда не солидный дворянин, потому что солидный – это у кого много крепостных. И так у меня уже трое умерли, потом вот эти начнут умирать. Так меня вообще никто не будет считать за человека во всем свете, в большом свете. Поэтому даже приписывали себе еще крепостных, мертвые души в этом состоят. А сейчас капитализм. Сейчас вы умрете, ну и что? Вот с тобой с оттуда придут, вот с того ряда придут, вон с того ряда, с Киргизстана приедут, с Таджикистана. Поэтому как бы для меня, если я работодатель, мне не важно, кто тут у меня присутствует. Они все время будут. Безработица же. Вы умрете, новые набегут, он умрет, и другие набегут. И все будет хорошо у нас. У меня все будет хорошо. А я и жить тут не буду. У меня будет здесь управляющий, если это управляющий не обеспечит мне прибыль, я его прогоню, поставлю вот его, а вы мне будете обеспечивать прибыль. Я чувствую, что вы будете. Или вас, вы будете очень так, как раз прижимисто будете, все. Лишнее, конечно, им главное не давайте им это, чтобы они не размагничились. Видишь, понимаешь, раскатали губу, понимаешь, и книжки читать, и фотоаппараты обнаглели совсем. Да. Вот нормально жили, 11,5 часов был рабочий день. Вот Прохоров и предлагает 12 часов в день, что в неделю 60 часов работать. Предлагает же, на самом деле, причем публично. Причем предлагает больше, чем было при царе. При царе было 11,5 часов. Февральская революция отменила 11,5, установила 8 часов. А сейчас де-факто уже, как предлагает Прохоров. Это по закону сейчас нет. А по закону сколько часов у нас сверхурочных допустимо? Это вы знаете, нет? Вам и не надо знать. Вы, так сказать, настроены, что это перебьется. А вот вы как знаете, сколько по закону допустимо в год? В год? Юлия Андреевна, сколько можно часов в год сверхурочно? По закону? Не знаете? Хорошо иметь дело с трудящимися, которые не знают. Я бы вас все время сверхурочно отправлял. У нас мы бы так много сделали для меня. Сверхурочно. Так сообщите? 120 часов в год. А в течение 2 дней. Вот 2 дня подряд, сколько можно часов сверхурочно проработать по закону? Не больше 4. А? Вот, товарищ знает, не больше 4 часов. В течение 2 дней. Вот это в законе. И соблюдайте, думаете, закон. Знаете, по этому году есть такая юридическая мудрость.
строгость российских законов умеряется необязательностью их выполнения. Красиво звучит? Понимаете, да? Поэтому вот на этой почве возникают всякие конфликты. Конфликты очень простые. Например, одна из форм коллективных действий, к которым прибегают работники, заключается в следующем. Они перестают работать больше, чем по закону. И начинается. Вот сейчас вы заметили, на юге Ленинграда построили виадук. Знаете почему? Потому что докеры в один прекрасный момент, когда у них были забастовки по зарплате, они перестали выходить сверхурочно и в выходные дни. И скопилось этих самых грузовых вагонов так, что они вообще там все перегородили. И эту проблему решили фундаментально. То есть сделали там виадук, чтобы можно было, так сказать, проезжать. Но это одна из таких форм. Это не надо никакой заявлять забастовки. Просто кто придет, вот сверхурочно, если будете работать, вы штрейкбрейкер. Поэтому я видел, как... И приходить должны на работу когда? Не за час, как некоторые докеры там все налаживают, а приходить должны вовремя, за одну минуту до начала. И не оставаться. А кто остается или приходит раньше, штрейкбрейкер. То есть вот такая трактовка коллективного трудового спора. И этот трудовой спор, он, так сказать, его нечего оформлять. Вы же не обязаны делать. Или вы в курсе дела, что если вам не платят зарплату, что нужно делать? Вот вам возьмут и не будут платить. Вот вы работали со всеми своими разговорами. И вот вам, я вот наслушался, а ваш работодатель. И вот вы придете вот в следующем месяце, зарплаты вам нет. Ваши действия. Это вы еще считаете, все, какая она должна быть. А вот вам просто не будет зарплаты. Придете там, вот ему есть, а вам, вот вы слишком много выступали, нет зарплаты. И что? Поговорю. С кем? Да вы, у меня вот секретарша сидит, и она просто так, она говорит, Михаил Васильевич занят. Секретарша тоже поговорю. А секретарша у вас и дальше своего порога не пустит, на той секретарше. Секретарша должна отвечать, вышел, говорит по телефону, сейчас занят, работает с документами и все. Как вы мне? А потом у меня охранники есть. Я буду выходить с охранниками, у вас так стеночки, а я прошел. Это заключался же договор. А? Обязан. А я не спорю, обязан. Я-то обязан, но он-то зарплату не получит. Мы хотим с вами обсуждать реальную ситуацию или выдуманную. Вот я ему не плачу зарплату, я его работодатель. Ну что, нет средства действия? Ваши действия, а? Нет средства действия на работодателя? Ну я и спрашиваю, что вы будете делать? Говорю с ним. А? Говорю с ним. Скажу знакомым милиционерам, бандитам скажу. Куда? Машину ему подожжу. Куда? На дверь повешу, ничего не знаю. Ну где мне свои деньги? Он тебя не будет, это знаешь. Дорогой товарищ, в итоге. Вы мало того, что не получите зарплату, будете сидеть в тюрьме 8 лет. Вот. Я уже понял. Причем уже это же у вас не по неосторожности вы подожгли машину, а с умыслом. А умысел уже вы все слышали. Если бы вы человек серьезный были, вы хоть не объявляли бы, чего будете делать. А вы взяли и ляпнули так вот сразу. Значит, умысел. У меня вот два свидетеля есть. Третий есть свидетель тоже. На самом деле есть статья в кодексе. Я чувствую, кодекс вы не читали. Поэтому у вас такие сумасшедшие предположения. Значит, работник, которому больше 15 дней не платили зарплату, имеет право что? Не выходить. Нет, не так. Что он должен сделать? Нет, не так. Это вот, как это написано в кодексе. Он должен письменно уведомить работодателя, что приостанавливает работу до выплаты зарплаты. Вот после того, как вы меня письменно уведомили, вы можете просто больше не приходить, можете сидеть, приходить Маркса читать, хотите Энгельса, хотите там Бенбавера, что хотите, то и читайте. Хотите, вот сидите с этой штучкой, щелкайте там. Вот. Так вот, слушайте дальше. А работодатель обязан вас уведомить, то есть я вас должен уведомить письменно, о том, что завтра я выплачиваю на работу, и тогда у вас возникает обязанность завтра прийти на работу. А вот пока я вас не уведомил письменно, что завтра я вам выплачу зарплату, вы можете сидеть дома или, вот, например, работать. Вы пошли от меня, вот, к Юлии Андреевне работать, потому что я вам не плачу. А? Это
И вот представьте себе, вот весь цех, 600 человек, все написали уведомление, и все. И очень быстро выплачивают зарплату, очень быстро, привозят бегом. Вот. А некоторые думают, такие вот сумасшедшие у них планы, после которых они оказываются в тюрьме. Это не надо. Зачем? Нам нужны люди такие, не нужны в тюрьме, нам нужны на свободе такие люди. Да, то есть я бы поодиночке это не советовал делать, потому что с одиночкой можно... Ситуация такая, что мы говорим про какую-то компанию, где, ну, корпоративная этика перерабатывает там стандартно по 4 часа в день. А если ты этой этике не соответствуешь, тебя просто, ну, готовят за это. Да, да, поэтому, еще раз говорю, это корпоративная этика, и существует такая там, где нет профсоюза. А вот профсоюз – это тоже корпорация, когда она представляет собой монополию работников и тех, кто продает. Если у нас корпорация тех, кто покупает рабочую силу, понятно, у кого монополия, тот и выигрывает, то есть устанавливает более низкую цену. А если у вас корпорация тех, кто продает рабочую силу, значит, у вас монополия. То есть я хочу купить подешевле, к нему подхожу, говорю, я за меньше, чем за такую сумму не буду. Я к нему, а он говорит, тоже не буду, я к вам, говорю, вот у нас такие хорошие отношения. А он говорит, нет, Михаил Михайлович, извините, я вас очень уважаю, но... Как-то, а вы-то хоть пойдете, а вы или нет? Ну, я туда-сюда обратился. Она тоже говорит, у нас вот решение единое, мы за меньшую плату не работаем. И все, на этом построено. Деятельность профсоюза, то есть монополизация продавцов. Если вы хотите противодействовать монополии, вам что нужно иметь? Монополию продавцов, рабочей силы. Это профсоюз. Профессиональный союз. Причем, по каким принципам собираются профсоюзы? Что там взгляды одинаковые, идеи? Не, абсолютно, это никакого отношения к идеям не имеет. Вы токарь, я токарь, у нас профсоюз токарей. Все. У нас есть общий интерес. А что там, скажите, какие, что у вас в голове, да никто не спрашивает. Это по идеям в партии формируется, а в профсоюз нет. Совсем другое дело. Поэтому это вот так сложилось профсоюзное движение, как средство коллективной борьбы. Потому что в одиночку, конечно, слабее. Ну, что вы будете со мной спорить? У меня вот, так сказать, миллиард долларов, а у вас там какие-то тысячи долларов. Что вы разговариваете? Шантропа. Беднота. Голодьба. Реально. Вот, скажем, собственник ряда компаний порта, в том числе ООО «Морпорта СПБ», Лисин, у него 17 миллиардов долларов. Вы что, хотите его просто забастовкой подавить? Ничего не получится. Нанеси ему убыток. Да ваш убыток ему ничто. То есть тут по-другому. А вот когда докеры написали письмо с требованием национализировать порт, потому что важный государственный объект, поскольку он не может никак организовать нормально, вот тогда он значит, сразу начал как-то по-другому себя вести. То есть это опять требует какой-то организации. А в одиночку, конечно, человек только... Некоторые говорят, идите в суд, вы сходите по судам и будьте нервным человеком. Вам это надо? Вот у вас сейчас румянец на лице, а будете, я ходил в судам, значит, сутяжник. Ничего хорошего там нет. Вам еще, а те будут насылать юриста, вот я сам же в суд не пойду, я пошлю своего юриста, вот Юлию Андреевну Борисовичу. Она будет в суде выступать и докажет, что вы без денег ничего не делаете. Да? Вот. А только требуете зарплату, особенно вот этот товарищ, еще угрожает. Вот. Мы надо за ним внимательно следить, потому что он может какие-то действия совершить опасные. Я думаю, лучше у вас домашний арест вам сделать, и браслет на ногу, на всякий случай. Как Евтушенкова. Здравствуйте, речь пошла о конфликтах, надо серьезно к этому подходить? Можно вопрос? Я думаю, что с вами уже с вопросами, это будет следователь уже будет вам задавать вопросы. Да. Так, продолжаем. Сколько у нас осталось времени? 12 минут. Так. Мало. Каждый месяц обувь на 10 тысяч рублей. Вы каждый месяц покупаете обувь? Что
Правильно, женщинам надо двое туфель, одни рабочие, одни выходные. Хватит, хватит, нечего, а то они еще сапоги придумали, потом такие, такие, в театр. Надо заканчивать это все. А вам резиновые сапоги. В них, если дождик, не намокнет, а если холодно, в шерстяных носках. Да. Мы же с вами уже мы с вами договорились, что вы сделаете свой расчет лучше, чем этот. И мы его положим в основу. Мы уже договорились. А вот вы и посмотрите. Спорить надо цельно. Вот вы просчитаете, мы посмотрим на вашу общую сумму. Потому что вы здесь вот сэкономите, а там где-нибудь в другом месте расширите. Так. Продолжайте. Это специальный человек посажен, я его просил вам все время мешать. Потому что вы должны в боевых условиях проводить лекции. Правильно ведь? Что это за практика такая, что вы там выступаете, а все так мирно сидят и слушают? Это же всегда так будет. Вот настоящие, так сказать, агитаторы, ораторы, они, невзирая на то, что там как говорит, они стоят на своем и проводят свою мысль. Я бы на вашем месте говорил более громко и убедительно. Я уже объяснял, что такое убедительно. Ба-бо-бу, бе-би-бы. А у вас неубедительно. У вас неубедительно. А я вот увидел. А вы тоже неубедительно. Вы же лектор. Это же студент. А вы как бы сейчас профессор. А он будущий профессор. Ну, вы настоящий, а он будущий. Видите разницу? Он может академик будет, но это уже потом. Становление. Так, здесь, значит, мы холодильники, там телевизоры, кухонные, плиты, печь и так далее, посудомоечные машины, кухонные принадлежности, понятно, ванны, различные туалетные принадлежности, обувь, а также личное страхование работника, страхование детей, медицинские услуги, медикаменты. А страхование зачем тогда? Жизнь. А это лично, это именно рабочее личное страхование. Вы вот спросите наших, вот, где у нас работает. У нас есть, у меня вот есть полис официальный, страхование, да? Обязательное страхование. И вот я с этим полисом, если приду на восьмую линию, мне скажут, у вас есть добровольное медицинское страхование, которое надо отдельно здесь покупать и отдельно платить? Нет? Мы вас один раз в чрезвычайном порядке можем посмотреть на вас. А на этом все. То есть страхование, пожалуйста, страхуйте, платите деньги снова. Но я вам рассказываю, как у нас в университете. Как у нас. Может, вы просто не нравитесь. Пока вы еще. Пока. Так. Дальше уже в высших учебных заведениях, питание дома, питание вне дома, очищенный пенсионный фонд, транспорт, содержание дачного участка, семейный отдых. Значит, семейный отдых получается мы за 25 лет. Ездим мы всего каждый год по 25 тысяч человек в семье. Один раз в год. Отдохнем. А потом... На дачу еще. Да, ну дальше, само собой. Затраты на квартиру семейные. На квартиру на храму поставим. И поедем на дачу. Наденем обувь саму. Приезжаем с дачи. Все подумали. Семейные праздники, 1500 в месяц, посещение театров, музеев, концертов. 14 тысяч в месяц. Автомобиль в кредит. 4 автомобиля за 25 лет. Получается 6,670. Что? 4. 4. По 6 лет один. Страховка налоги на автомобиль 5,420. Потом различные эксплуатационные расходы на обслуживание. Автомобильные, там, на всякие осмотры на бензин и так далее, получается в месяц 9,712. А там транспорт это что? А дети? Это такси, дети. Такси, дети. В общем, у меня план есть. Машину пусть не покупают, пешком ходят. Сразу инфраструктуру и сейчас он дает. Да, и не только он. Нет, он не просто ходит и поет, и развивается. По дороге. И когда пишут, считают, что это. Сколько я знаю, что из-за этого стоит 100 рублей.
А если у вас три члена семьи, то у вас проездной бесплатно. Так и с любой. Сумма. Скажите просто конечную сумму. Нет, ну всего лишь. И так прямо приходит, выдают или надо находиться за этими тремя? За тремя бесплатными. Ну как вы думаете, вот прямо вам, прямо вот в метро и сразу выдают вам, да? Бесплатно. Нет, сходить, куда сказать? В собес надо идти, да? А куда? Гуп организации перевозов надо пойти в рабочий день. А работы у вас родители кем работают? Они днем профессора дома. Да? У вас профессора родители? Они... Ну вот я думаю, что они могут ходить. Я тоже могу пойти в ГУП, куда хочу, когда у меня нет лекций. Так что это. Ну, мы с вами рассчитываем не на профессоров. А на тех, которых школу возьму, будьте добры. А вечером, когда вы придете, все ГУПы закрыты. Никаких, никто там не работает уже. А в субботу, воскресенье, что уже все закрыто. Вот имейте в виду. Лучше на такси человек раз в месяц ходить, один раз в год. Ну, возьмите отгул. Вы придете и скажете, сегодня мы не выдаем. Сегодня мы записываем. Я штраф не могу получить, бумагу, чтобы заплатить 100 рублей штрафа для общественного объединения, поскольку мы передали отчет налоговой инспекции в письменной форме, а не по компьютерам. Я уже трижды звоню. У меня все есть, все реквизиты. А мне должны дать бумагу, на основании которой я должен буду платить штраф. Это же бюрократия. А пригласили нас в связи с отчетом, который мы сдавали за первый квартал в апреле. А сейчас октябрь. Нам снизили, я написал им письмо, возражение, и вместо 200 нам дают 100. Уже дважды туда ходил. Это большая канитель. Так, на этом мы поставим некоторую точку, да? А? Сумму озвучивайте. Да, сумму озвучите, пожалуйста, чтобы товарищ. У нас работает в течение 25 лет один родитель, а в течение 16 лет второй родитель, получается, что стоимость рабочей силы составляет 165-201. Вам в перерыв перезвоню, сейчас лекция. 165-201 для нормального производства. Значит, и... значит, у нас сейчас будет, у нас через некоторое время уже, да нет, да, через 5 минут, значит, вот этот товарищ виновен глубоко, он уже тут объявлял всякие вещи, а как поступать с виновниками, их очень сильно наказывают, причем, а при крепостном праве как наказывают? Нет, при крепостном праве всю общину наказывают. Круговая порука. Значит, в следующий раз я вам выдам каждому в руки. У нас это предполагается нашим учебным планом. Вы, наверное, заметили, что у нас, в принципе, там вот в программе написано, это может быть и лекции, и семинары, и контрольные работы. Это вот как раз та тема, где нам нужно немножко, так сказать, поработать. Не просто слушать и не просто, так сказать, критически оценивать, что, конечно, всегда положительно является, безусловно. Значит, что мы сделаем? Я вам каждому выдам лист расчета, но который был сделан в 2011 году. Это вас облегчает вам рассчитывание на этот год, потому что вы скажете, ну там все утекло уже сейчас. Не думаю, что цены пошли вниз, а поэтому вы сами посмотрите. Если вам покажется, кое-что пошли вниз, например. Например, если речь идет о принтерах, например, они стали намного дешевле, чем были раньше. Я в свое время покупал лазерный принтер, там для нужного для газеты за 25 тысяч, а сейчас можно купить принтер и за 3 тысячи, и даже за меньшую сумму. Лазерный причем. Вот, причем хорошей фирмы. То есть вы, так сказать, проделаете расчет, каждый, и каждый его проделает, ну, исходя из той информации, которую ему удастся собрать. И мы вот эти данные с вами сравним. Причем задача у нас такая, опять-таки, можно, конечно, посчитать как бы для нормального воспроизводства студента, но студенты у нас в известном особом положении. Во-первых, они находятся на иждивении родителей. Поэтому, так сказать, это, в общем, расчет не вполне самостоятельные люди. Во-вторых,
значит, считается, что их вон вот там стипендию платят и так далее. И по поводу страхования тоже разные условия трудящихся и учащихся. Скажем, я говорю, что у нас вот не обслуживают, а вас обслуживают на восьмой день. А нас не обслуживают преподаватели. Вот я профессор, меня не обслуживают по полису обязательного страхования, а вас обслуживают. И это нормально, государство что-то. Потому что вообще обучение-то вам бесплатное. Кто не на платном? Есть тут люди на платном? Да. Раз, два, три, четыре, пять. Вот эти люди помогают нашему государству готовить специалистов. О, сколько много. Видите? Причем, скажем, с точки зрения наших преподавателей, ну, у меня никаких не может быть различий, правда? Потому что, ну, все должны знать и сдавать и так далее. Платят они или за них платят государство или родители, все равно требования одинаковые. А получается, и суммы немалые. Насколько я знаю, суммы где-то были в прошлом году 75 семестра, а сейчас больше? Сколько? Сколько? 50 рублей вроде вырастить. Ну вот. То, что у магистров было 85 в прошлом году. Поэтому и даже в этом отношении. То есть вот эта сумма, которая здесь заложена на образование, это смехотворный, то, что они заложили. Они просто не знают. А если бы это были юристы? Юристы сколько платят в семестр? Вообще 150 больше. 120. Уже 150? 120 в прошлом году. 120 в семестр, 240 в год. Ну, короче говоря, значит, в чем... Значит, идея здесь очень простая. Нужно посчитать, не пропустить никаких затрат, какие приходится нести, для того, чтобы, так сказать, узнать, сколько приходится, какие затраты нужно производить в течение трудовой жизни. Трудовой жизни. Это, а 25 лет взято не только потому, что это считается нормальный возраст, так сказать, при выходе, для выхода на пенсию, а еще и потому, что считать легко. Если 25 лет по 12 месяцев в году, это 300 месяцев, дели на 3 и пару нуликов убирай. То есть считать очень легко потом. То есть вам нужно каждую затрату в течение всего этого периода отнести на месяц. То есть, а затраты бывают такие, каждодневные, как на питание, ежемесячные, как, скажем, платы какие-то, там, или раз в семестр, если платят там за студентов и так далее. Ну вот надо посмотреть, так сказать, что получается, потому что вот этот расчет сделали товарищи докеры во время коллективных переговоров. А то есть вот что делают, какой расчет сделают товарищи конфликтологи, которые специалисты в этом вопросе. И пусть продемонстрируют себя специалистами. Это серьезное дело. Хочу вам сказать, что я должен предлагал это сделать некоторым товарищам рабочим. И эффект печальный. Когда товарищи рабочие, которые получают 25-30 тысяч рублей, делают такой расчет, это вот докеры, у них зарплата под 70, под 80, у некоторых 90, они как-то так спокойно на это смотрят, дескать, надо больше платить. А вот когда человек, который думал, сейчас я доработаю, приработаю, возьму сверхурочно, пойду, и он видит, что ему никак не выкарабкаться. Потому что вот для нормальной жизни, ну вот сколько, а не столько, сколько он получает, и не в 2, и не в 3, а в 5 раз больше. И некоторые просто, так сказать, как-то опускают руки. То есть психологически это трудно пережить. Вам это легко пережить, потому что вы люди молодые, как бы это учеба, тренировка. А вот людям, ну, зрелым, которые, так сказать, реально эту проблему решают, родители, они смотрят, что они никак... Это же что такое? Сведение концов с концами. Чтобы вам хватило, а некоторые берут кредит, они не понимают, сколько нужно будет отдавать. Сплошь и рядом. Говорят, все, деньги вам даем. Сразу, давайте паспорт, сейчас вам деньги. А потом вы не отдаете, у вас квартиру забирают. И мы же знаем, что у нас многие отцы семейств выпрыгнули с балкона, которые взяли ипотеку. Выпрыгивают систематически, потому что не заплатить. А с другой стороны, у них вроде как и выхода нет. То есть они втянулись в это дело, а не дай бог заболели. У человека где гарантия, что он не заболеет? Нет никакой гарантии. Тем более, когда над тобой висит все время долг. Так что вот у нас будет такое большое... В следующий раз я буду вам читать лекцию про зарплату еще. Продолжим мы эту тему освещать. Вот. Но на следующей лекции я вам выдам по большому листу. И вы будете делать самостоятельную работу. Сколько вам времени нужно для того, чтобы вы эту работу проделали? Неделю или две? Все лучше последний день делать. Ну, я должен продемонстрировать, что я либерально, так сказать, подхожу. Что вы сами захотели, чтобы не на меня
сказать, вы навалились, а я, дескать, вы же сами согласились, предложили. Неделю вам или две? Неделю достаточно? Неделю достаточно. Все, видите, все. Видите, вот хорошие студенты. А вот, когда так пошел речь работы, вы вообще молчите. А хорошие студенты сказали, что нам неделю нужна. Вот. Я за большинство. Да, договорились, Анатолий. Предстоит большая работа всем. Ну и хорошая, и полезная работа, потому что для того, чтобы разобраться, нужно в эту проблему немножко войти. Причем подход такой, как у вас. Никакие эти цифры не принимаются за готовые. Как бы вы берете, критически смотрите, что получится. Будет больше, больше, меньше, меньше. Это будет хорошо. Да. Спасибо. Счастливо, пожалуйста.